Всем здравствуйте, с вами интернет-магазин, установочный центр FrontCam. На установке у нас Nissan Tiana, второе поколение, 32-й кузов. Комплектация максимальная, здесь идет цветной экран, усилитель и камера заднего вида оригинальная. Сейчас продемонстрируем. Магнитолу в данном случае поставили от фирмы TiEyes с экраном 10 дюймов, но можно сюда поставить фирмы любой, которая вам интересна. По магнитоле интернет раздается с помощью мобильного телефона, либо можно выбрать модель, в которую устанавливается сим-карта. Соответственно, как симку поставили, дальше заходите в интернет и пользуйтесь приложениями, которые вам необходимы. Из предустановленных здесь идет уже YouTube, Яндекс, Навигатор. Также можно другие скачать из Play Market. Изначально в комплектации стояла магнитола с цветным экраном, мы ее поменяли. При установке данный экран прячется за магнитолой, частично разбирается, аккуратно все убирается. Дальше стура. Температуру проверяли, показывает здесь информация правильная, точно такая же, которая была на оригинальном мониторе. Оригинальную камеру подключили, она работает, также при включении задней передачи. Еще добавились здесь поворотные линии. И также в этом меню можно яркость, контрастность и цветность в режиме заднего хода отрегулировать. На Tiana второго поколения у нас большой выбор магнитол. Звоните, контакты будут в описании к этому ролику. Подскажем, подберем, установим. В регионе, если находитесь, то отправим с наложенным платежом. Можно посылку вскрыть, посмотреть при получении и оплатить курьеру. Также у нашего магазина есть своя техническая поддержка и даем гарантию 1 год. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах!